Музее современного искусства имени Дягилева СПБГУ открылась выставка петербургских художников «Постановка». Экспозиция посвящена жанру изобразительного искусства натюрморт, но не классическому, а авангардному. Художники представили зрителям самые экстравагантные сюжеты. Особый жанр выделился где-то в 17 веке. Это был прежде всего голландский натюрморт. И назывался он «Stilleben», то есть «тихая» или «застывшая жизнь». Вот, что отличается, конечно, от французского слова «натюрморт», то есть «мертвая натура». Жанр получил популярность благодаря скрытому символизму изображаемых неодушевленных предметов. Вот, например, череп шекспировского Йорика – символ быстротечности жизни. Здесь он в центре инсталляции. Жанр натюрморт существует очень давно, и, может быть, он в какой-то степени себя изживает. Ну и вообще искусство, оно себя потихоньку, кажется, что изживает. Поэтому приходится выдумывать вот такие всякие инсталляции. Я очень рада видеть эту выставку, потому что для меня она не столько смерть, сколько преодоление смерти. Потому что художники, отобрав и сделав инсталляции, подарили этим предметам, которые были бы иначе на свалке, вторую жизнь, жизнь в красоте, ту жизнь, которую как посмертие праведники и заслужили эти вещи. Современный натюрморт – это не масляные полотна, а целая инсталляция. Пространственные композиции художники создавали из самых разнообразных форм, материалов и цветов. Игра значений дает возможность для полета фантазии и поиска новых смыслов привычных предметов. Впечатлить публику удалось. Новая интерпретация жанра показалась зрителям необычной и провокационной, а сюжеты смелыми и любопытными. Варвара Трифонова, Владимир Лушин. Самое время.